девушки, возрастная группа 13-14 лет. Финальное упражнение Софьи Маршакова. Москва, готовится Банарцева. Двойной мини-трамп. Мальчики 9-10 лет. Финальное соревнование. Первое упражнение Алексей Баваненко. Москва. Готовится Матрошил. Акробатическая дорожка юноши 11-12 лет. Первое финальное упражнение Дмитрий Андреев, Иркутская область, готовится Курков. Индивидуальные прыжки юноши, возрастная группа 13-14 лет. Финальное упражнение Александр Руденко, Москва, готовится Сталин. Акробатическая дорожка Владимир Курков, Москва, готовится Божена. Девушки, батут, финальное упражнение Александра Банарцева, Белгородская область, готовится Емельяна. Двойной мини-трамп Илья Матрошилов, Краснодарский край, готовится Кусаилов. Батут юноши Семен Столяров, Ярославская область, готовится Алексей. Акробатическая дорожка Ярослав Баженов, Иркутская область, готовится Шостак. Двойная метров Ильи Кукусанинов, Астраханская область, готовится Бычков. Акробатическая дорожка Илья Шостак, Краснодарский край, готовится к ручине. Двойной мини-трамп Александр Бучков, Приморский край, готовится к голубу. Девушки, индивидуальные прыжки, финальное упражнение Елизавета Емельянова, Москва, готовится Потапова. Акробатическая дорожка Алексей Кручинин, Астраханская область, готовится Дрожинин. Финальное упражнение.
Юния юноши Арсений Алексеев, Москва. Готовится Кочетков. Двойной мини-трамп Голуб Александр, Краснодарский край. Готовится Дашко. Thank you.
Девушки, финальное упражнение Дианы Лескурова, Краснодарский край. Готовится Лебедева. Акробатическая дорожка Владимир Попков, Москва. Готовится Бажена. Краснодарский край. Готовится Кусаин. Батут юноши, финальное упражнение Алексей Саенко. Краснодарский край. Готовится Камбаров. Акробатическая дорожка Ярослав Баженов, Иркутская область. Готовится Шостак. Девушки, финальное упражнение Яна Лебедева, Санкт-Петербург. Готовится Голота. Двойной мини-трамп Эмиль Кусаинов, Астраханская область. Готовится Бучко. Батут юноша, финальное упражнение Владислав Камбар, Самарская область. Готовится Новиков. Двойной мини-трамп Александр Будько, Приморский край. Готовится Голуб. Акробатическая дорожка Алексей Кручинин, Астраханская область, готовится Дрожинин. Девушки, финальное упражнение Мэри Голота, Краснодарский край. Двойной мини-трамп Александр Голуб, Краснодарский край. Готовится Дашко. Готовится Кривопава. Батут юноши. Роман Новиков, Ивановская область. Двойной мини-трамп Василий Дашков, Ставропольский край. Готовится Панцелея.
Акробатическая дорожка Даниил Кривопалов, Новосибирская область. Готовится Светлишников. Двойной мини-трамп, второе финальное упражнение Кирилл Панцелеев, Самарская область. Готовится к осени. Финальное упражнение Алексей Светлишников, Омская область. Следующим группам приготовиться к выходу на соревнования.